everybody! Welcome! Добро пожаловать на канал Love Games. Сегодня 16 сентября, вечер. Скучал по вам. А у меня сегодня какая-то человарня. Во-первых, я оформил страховку! Можете меня поздравить, я оформил страховку. Мне, начиная с июня, начали звонить и предлагать страховку каждый день. В августе звонили по 3 раза, и когда мы проводили сабафон, мероприятие, когда нон-стоп стримили, вы были очевидцами этих звонков, и очевидцами в том числе. Как же они надоели. Каждый божий день. Здравствуйте, Денис! Короче, ко мне позавчера приехал телевизор. Я счастливый, выключаю стрим. Думаю, сейчас я распакую, сейчас я поставлю. Взял подставку, а там 3 шурупа. Прикручиваю к телеку, думаю, ну все, сейчас поставлю. Поднимаю, понимаешь, что моя спина, моя жопа говорят мне нет. Я такой, и заплакал, пошел под одеялку грустный. Еще купил телевизор, если... Звоню на следующий день в LG. Я говорю, ребята, мне нужна ваша помощь, пожалуйста, кого-нибудь. Они такие, сейчас все сделаем. А еще я вчера на телеке поиграл в первый Quake. И хочу продолжить. Вы знаете, я хочу поиграть в Quake. В каком году вышла игра Quake? В среду, 22 июня 2011 года, минуло ровно 15 лет с момента выхода shareware-версии легендарного шутера Quake. Алиса, у меня плохо с математикой. 15 лет... Не переживайте, справитесь. Сука. Денис, ты какой-то сегодня добрый. Иди в жопу. В меру пожилой, ну как и я, например. Вот вы сейчас смотрите этот стрим. Блин! Сейчас, секунду. Вода упала прямо на розетку. Блять. Ну ты, конечно, и говно! Ну говно! Ну в смысле, арбалеты эти ссаные! Арбалеты, попробуй, арбалеты! Я мне эти ваши арбалеты! Я чё, Ван Хельсинг, что ли, блять? На этом доверие к стримеру закончилось. Отлично, супер. Вот теперь можно тогда нагибать. Алиса, сосать любишь? Я бы, может, и поддержала этот разговор, но не хочу. Почему? Потому что это неправильно. Я вампир с другой планеты. То есть ты все-таки сосешь? Я бы, может, и поддержала этот разговор, но не хочу. Ну, посасываешь иногда. Это мое маленькое хобби. Ну вот, вот мы дошли до этого, Алиса. Хорошее Всем хобби. Хорошего настроения. Все мы такое хобби. Все мы немного вампиры с другой планеты. Хобби, блядь. Таймер на 5 минут. Алиса, поставь таймер на 4 минуты. Готово. 4 минуты. Начинаю отсчет. Что это? Это в игре? Алиса, это ты музыку поставила? Ну да. А что тут такого? А нахрена я не просил? I wanna take you to a gay bar! Gay bar! I got something to put in ya! The gay bar! Gay bar! Gay bar! Моя любимая песня, кстати. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Побежал за дрелью. Масло не забудь. Для кожи, you know. А, бля. Ладно, сам виноват. Ну, у меня не полетел прожектор. Да, сука, да ты... Какого хера он застрял-то? Я ж куда смотрел, а он куда попал, блядь? Какая ему разница? Стена там, не стена, точка-то в небе. Ну, блядь, и стреляй в небо тогда своим прожектайлом. Сука, говна кусок. Это же даже не материя, это просто сознание переносится. Ой, ну нахер, короче, говно эта игра. Давай еще раз. Давай быстрее, пожалуйста. Блядь, пожалуйста, нет, нет, ну, блядь, одна секунда! Ну, а как? Блядь, ты ж... Бляха-муха... Ах, какой же я матершинник, не повторяйте за мной, не надо, я плохой человек. Дус, хватит донатить уже, хватит, больше, все, я запрещаю тебе донатить. Еще один раз мне задонатишь, отбираю модерку, все. Самки он дарить не запрещал. Я об этом даже не подумал. Как вы все выворачиваете. Ну ты серьезно?
блять, она еще не... Что ты пищишь? Я на тебя даже не запрыгнул, блять! Машина виноват, конечно. Кто, я виноват, что ли? Я не уйду из этой игры, пока я топ-1 не возьму. И это будет сейчас. Игра, не тормози, блядь. Тут нечему тормозить. Новый супрафон. Нет, прямо сейчас я беру топ-1. Игра, можешь не тормозить? Пожалуйста, ну пожалуйста. А, уже пора патч-то выпускать. Машина, блядь, ну не лагай. Ну, блядь, ну что это такое-то? Ну как в этом... Это хорошо еще не было перестрелки. А в прошлый раз она была... Ну ты мразь, ну ты мразь. Что по тебе на попе, знаешь что? Пошел ты, сука. Сидела там. Мразота. Ух, какая... Проститутка ходит, сосет всем, блядь, в Праге. Ну, были 180 и сплыли, как говорится, все. Извини. От лица казино хочу принести вам глубочайшие извинения. Заходите, когда будут деньги. Может, это ваша фамилия, извините. Да, блядь. Да ёпт, ну как играть-то, блядь, игра? Пиздец, у него какая-то кнопка, что ли, специальная? Сука. Какая же ты, блядь, мразь, а? Мы же любим выпускать игры, давайте. Ну, да, нам похуй. А производительность, user experience, мы просто напишем, что это ранний доступ. Снимаем таким образом с себя всю ответственность. Ранний доступ, блядь, ну Battle Pass уже можно покупать за реальные деньги. Я считаю, им, блядь, нужно запретить эту хуйню. Вот если у тебя игра в раннем доступе, то хуй ты на ней зарабатываешь. Вот с маслом прям. Вот прям дуй в этот хуй, как в Escape Room Dark'ов говорят. Вот если бы здесь был скин, например, красный... Блядь, пиздец какой-то! Если вы пришли ради мата, ради горений, ничего не будет. Я... Вот, я больше не ругаюсь, все. Сейчас, последний раз. Пиздец нахуй, блядь, не игра, все. Больше не ругаюсь. А, ревилд. Класс. А долго я еще буду ревилд? Хорош, блядь, ну игра, ну ёб твою налево, ну. Блять! Автобусы! Трамваи, какая хер разница? Ты серьезно, блять? Да как тебе, у тебя, блять, я не знаю, сколько хп там осталось, да, блять! А ты раньше не мог прийти, блять, со своей двустволкой, деда! Почему, блядь, как в американском фильме? Они уже всех убили, блядь. Бот уже сдох, блядь. Приезжает полиция. Уи-уи-уи-уи. Сейчас мы все разберемся, блядь. Оформим документы, блядь. Ну, в задницу. Я, блядь, я перезагружаю это говно. А, батарейки вылетели. А что это не вылетели? Будьте аккуратно, где их делать, что же. Вечеринка кому за 60? Ах ты, сука, иди сюда. Сами там не танцевать, не петь не умеют. Блять, 40-летние пердуны. И вообще у меня есть мыло с Бэтменом. А, блять. А чё так быстро? То долго, то медленно грузится. Ну кто так делает-то? Тут, блять, конечно, еще машина. Пи-пи-пи-пи, блять. Пиздец, вот просто сбривай в секунду. Сбривает! Как ты это делаешь-то, блядь? И наушники разрядились. Потрясающе. Самый вообще... Да. Я ни хера не слышу, я ни хера не вижу. Блядь! Вампира. Ну посмотрите, блядь, он весь в скинах, блядь, в каком-то дерьме. Он уже весь, блядь, обмазался этим донатом. И вот постоянно вот эта вот херня загрузка. Подожди, сейчас мы покажем тебе награды. Я мне ваши награды просто в жопу себе. Вот эти вот карточки возьмите, блядь, засуньте, блядь, поглубже. Позвольте мне выбрать, что я хочу смотреть, чего я не хочу, блядь. Нажимаешь скипать, не, блядь, еще 10 секунд, подожди, блядь. А там написано 0 фрагов, блядь, продержался, блядь, меньше 1 минуты. Охуенно, вот ты сиди и смотри на это все, блядь. Тебе же это приносит исключительно позитивные эмоции, давай, блядь. Еще подначивай меня, игра, блядь, да. Потом ты еще будешь тормозить. Потом еще что-нибудь, блядь, выйдет 69-го левого персонаж, блядь, фритуз.
джинсах розовых. Давай мы тебя сейчас сначала, да, отпустим. Побегать по хабу, ты там, блядь, посидишь, подумаешь о жизни. Потом ты, блядь, выберешь своего персонажа. Потом мы подождем всех игроков. Потом мы, блядь, высадимся на карте, подождем еще 5 секунд. Потом тебя через 10 секунд, блядь, сразу убьют, нахуй. А насколько успешен ваш проект? Ну, сейчас подождите, мы посмотрим. Ну, в среднем это игрок проводит в нашей игре 193 часа. Это дохуя, ничего себе, наверное, очень интересное. Да, блядь, только 80% он, блядь, в лобби проводит этого времени. Ну остановись. Ты должен прицелить, блядь. Да остановись ты, как блоха, блядь, в штанах прыгает, блядь. Карлсон, блядь, мы не в Стокгольме же? Блядь, хватит ругаться. Ты как, блядь, сапожник. Он встал, не встал, я его убил, я не посмотрел. Ты серьезно, блядь, ты? О, блядь. Блядь, это такой пиздец. Какой это же... Это просто пиздище. Блять, если бы до кобы, да во рту росли грибы, но, блять, желтый коллаж бы меня, конечно, спас в этом случае, но прямые руки тоже бы спас. Ты, блять, это как аккуратней, блять, сейчас не время насмехаться. Я потом буду страдать, конечно, и думать о том, как я тебя забанил, но, блять, сейчас я, блять, об этом не буду думать. Вы не бессмертные, блять, как эти вампиры. Ну, блять, ну откуда у тебя, блять, уже, откуда у тебя катана, блять? Калаш! Прошло 5 секунд, блять! Фиолетовое оружие! Откуда у тебя, блять, это? Скажи мне, блять, а! А чё так хорошо-то? А чё так хорошо? Это победа. Ты, блять, серьезно? Ты хуй здесь делал-то, блять? Вы все внизу! Как, с какой стати ты здесь сидишь-то, блять? Как ты сюда залез? Ага, пришел, блядь. Наказать меня решил? Достиг этого! Тим, привет. Был хоть один топ-1? Да уже три топ... Три... Четыре даже. Четыре топ-1. Сейчас, конечно, ты в чате начнут писать. Да, да, ого. Они просто не могут поверить то, что настолько хорошо сегодня идут катки. Что, в смысле? Мне абсолютно сколько километров я прошел, игра. Абсолютно ваш премиум, блять. А худывник, блять. Хорошего просмотра. Отличного вечера, блять. Пом-пом-пом-пром-пом. Пам-пам-пам-пам. Какая позитивная музыка. Друзья, хочется говорить, друзья, друзья, добро пожаловать. Хе-хей. Позитивный четверг. А в итоге, блять, это игра. Какие игры ждешь в ближайшее время? Жду, когда вампиры выйдут из раннего доступа. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't nobody's tool for the shit. Смотрите, невидимка. Невидимка. Чего, блядь? Гори, гори, моя звезда. Есть! Мы можем! Выходите с этой игры! Уу! Последним прям по темечку хнуть без головы! Это странная профессия, разработка игр. Записываешь клёвое вступление, но при этом даже ни субтитров не добавил, ни хуе. Боже, храни того, кто додумался перевести эту игру на русский язык. Welcome to the void. We know you want to play, and so do we. Блять, зря похвалил, да? Очень жаль. Алиса, переведи с польского. Тими розмазлси оповядяк обезнелесниски прицеля пьенему импоновала. Не поняла. Повторите, пожалуйста. Я сам нихуя не понял. Привет, Алиса, переведи Алиса, переведи. Си оповядяц. Не поняла.
Давайте снова. Пример. Переведи слово «кошка» на испанский. Алиса, переведи предложение с польского на русский. А что именно перевести? Попробуйте спросить по-другому. Например, как будет стол по-английски? Алиса. Алиса, переведи с польского. Вот пьяня му импоновала. А что именно перевести? Попробуйте спросить по-другому. Например, как будет стол по-английски? Переведи с польского. Вот пьяня му импоновала. Не поняла. Повторите, пожалуйста. Пример. Алиса. Переведи слово. Переведи слово «пердоле» с польского на русский. «Пердоле» — это «пердаул». Ну, я тебя устрою пердаул сегодня ночью, уж не сомневайся. Спросите, собирались ли они там остаться. Вы вообще не поняли, о чем речь? Фреда хотел остаться на пляже или отправиться куда-нибудь еще? Второй вариант мне нравится больше. Фреду там понравилось. Наверное, он хотел там остаться, в том мире. Мне нравится ход ваших мыслей. Он будто набирался уверенности в себе. А что нужно сделать, чтобы стать геймдеком? Любить, холить или леять. Заткнешься, нет? Алиса, очень приятно. Очень приятно, блять. Je vous couche avec moi ce soir. Je perdu. О, да. Средоточься на экстазе. Опиши его. О, да. Алый. Обожаю этот цвет. Столько красного. Продолжай. Не останавливайся. Амарант. Алый. Багряный. Не шутка. Ошибка системы. Хорошего вам дня.